По поручению главы региона Бердибека Сапарбаева продолжается областной конкурс «Образцовый аул», в соревнованиях которых принимают участие населенные пункты. Есть и село имени Кунаева Шуйского района. Какова ситуация в селе, претендующем на звание образцового? Это выясняла специальная прибывшая группа. Одним из сел, претендующих на звание «Образцовый аул», является село имени Кунаева, выбранное из 18 сельских округов Шуйского района. Общая площадь его составляет 26 376 гектаров, проживает около 6 тысяч человек. В рамках проекта здесь было сделано немало. Реконструкцию аллеи имени государственного и общественного деятеля, ученого-академика Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, из местного бюджета было выделено 1 040 000 тенге. Установлены ворота и памятник. Также в рамках проекта успешно реализованы работы по строительству детского сада «Дария» на 100 мест, а также проект по строительству домов, нуждающимся по методу ОСАРА. К примеру, сельская молодежь начала работу летом прошлого года и в июне этого полностью завершила строительство нового жилья для сельского жителя Азата Булекбая. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Парке Победы установлена стела памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Во дворе школы при поддержке учителей и выпускников средней школы имени Тулеби построено новое современное футбольное поле для школьников на сумму 7 700 000 тенге. Будем исправлять замечания, которые высказали члены комиссии. В целом, в нашем селе проживают представители 12 национальностей. Мы этим очень гордимся. Все у нас в порядке, живем дружно, работаем. Кто-то занимается сельским хозяйством, животноводством особенно. В завершении визита представители групп, охватившие каждую отрасль, собрались в здании акимата села Кунаев и провели заключительную встречу с активом района. Катерина Иващенко, Мирбек Саурамбаев, 77 News.